Почти отшумели два дня бурных дискуссий, обмена мнениями, много эмоций было. И вот мы традиционно подводим итоги, проводим в конце нашего Московского экономического форума, для того, чтобы обменяться мнениями, что ли. Во-первых, а во-вторых, подвести итоги, услышать мнение коллег, потому что у нас произошло 19 различных конференций, сессий, пленарных дискуссий, и понятно, что не каждый человек побывал на каждом мероприятии, и хотелось услышать сразу свежие впечатления организаторов этих дискуссий, организаторов сессий, модераторов, важных участников, обменяться эмоциями и впечатлениями. Сразу приведу несколько цифр. Так. У нас 1688 участников, устоявшееся количество примерно для нашего Московского экономического форума. Из 12 стран они были. Уже, еще форум не закончился, уже вышло более 100 независимых печатных публикаций, вышло несколько сюжетов по телевидению, в интернете много роликов уже выложено. Специалисты оценивают, что 11 миллионов человек уже посмотрели какие-то ролики про наш форум. Эту цифру, наверное, пока сложно проверить, но, тем не менее, уже резонанс пошел, и он только, я думаю, что начинается, поэтому, интерес есть, и мы работали не зря. Так вот, да, побывали мы и с вами не каждый на каждом мероприятии, поэтому давайте послушаем организаторов конференций, не всех, но самых там знаковых, наверное, для нашего форума. И хочу предоставить первым слово Игорю Борисовичу Абакумову, основателю еженедельника и медиагруппы «Крестьянские ведомости». Он организовал и вел дискуссию по развитию сельского хозяйства. Пожалуйста, расскажите нам, что у вас было. Какие идеи прозвучали, каким выводом пришли? Добрый день.